всем привет, друзья, подписчики мои! И у нас сегодня 24 часа выживания в горах в Карпатах. Кто помнит эту местность, как я летом здесь выживал и построил такой вот шалаш, таких вот больших бревен еще. Он находится там недалеко, сейчас мы спустимся, посмотрим. А сегодня у нас будет выживание здесь зимой. Очень интересно, взял лук, поохотимся. Но я думаю, поохотимся сегодня, постреляем в речке. На форель, может, удастся нам пострелить, так как я знаю, здесь она плавает. Фу, это настолько круто, ребята. Эти 2-3 дня и шло много снега. Я говорил, что я собирался в иглу по эти 24 часа. Но там так замело в горах, что туда нереально ни доехать, ни дойти. То решил прийти сюда, на мое старое место, где я выживал летом. Ну что ж, а мы пошли к речке какой-то. Половим форель, постреляем с лука сейчас. Интересно, или удастся нам что-то пострелить. Ну что ж, пошли, ребята. Смотрите, вот где мой шалаш. Чуть-чуть поломанный, но ничего, сейчас мы спустимся и его сделаем. Где мы переночуем? Вау, сколько снега. Вау. Да, летом здесь круто, и зимой, в любую пору. Вау, в горах, блин. Вот мой шалаш, где я его строил. Из бревен. Так, упал, развалился, но ничего, сейчас сделаем. Нарубим веток. И где мы переночуем? Круто. А сейчас пошли попробуем поймать что-то. Какую-то форель. Блин, очень опасно, так как здесь местами замерзло, а местами нет. Блин, главное, чтобы не провалиться. Блин, очень опасно. Ну, пока идем. Так, там где-то форель должна быть, стоять. Фух, не передать эту красоту сейчас. И Бобка идет ловить форель. Так. Есть форель, ребята. Убегает. Сейчас мы здесь половим. Блин, природа здесь такая, как с каких-то там передач, когда я смотрел, там Аляска какая-то. Форель ходит, конечно, здесь. Там я пострелял, что-то нету, но там стояло. И одну стрелу я потерял. Луком пытался достать, он замерз, так как мороз очень хороший сейчас. Ночью было аж минус 20. Так, главное, чтобы не провалиться. Блин, здесь течение и очень большая глубина. Воу! О, вода! Уходим, чтобы не провалиться. Так как если ты провалишься, а мороз хороший, будет очень опасно. Нужно, блин, быстро разводить костер и чтобы согреться, а то отморозишь ноги и все. Пойдем туда. Лучше постреляем еще, так как там мелко и форелька небольшая ходит, я видел. Так, здесь у нас больше шансов поймать. Вот здесь форелька ходит. Оп! Ах, блин! Ушла! Будем ждать, ребята. Есть, по-моему. Так, так. Блин, где стрела? Есть! Попал я все-таки в нее. Блин, чтобы не ушла.
Посмотрите, ребята. Круто. Да, Боб, поймали ее. Обалдеть. Охота с лука на форель в горах. Блин, только что провалился по пояс. Штаны все мокрые. Ох, блин, замерзает все. Такое иду и проваливаюсь вот так вот. Начинается реальное выживание, блин. Нужно быстро разводить костер. Там у меня есть в рюкзаке для старта сухое. Нужно быстро все снимать, разводить быстро костер. Короче, и сушить. Так как очень сильный мороз сейчас. И я уже чувствую, как уже штаны замерзают у тебя. Это нужно снимать все и сушить. Пошли, заодно будем готовить форель. Блин, чтобы не отморозить ноги. Так, пришли вот на наше место, где мы будем ночевать. Посмотрите, форелька до сих пор живая еще. Посмотрите. Свеженькая. Обалдеть. Да, Бобка? Бобка хочет кушать. Блин, чтоб я не намочился, не провалился, было вообще круто. Фу, так. Фу, Боба. Надо быстро. Скидываем шкуру. Ого! Здесь еще мой старый костер. Полена мои. Где мы сейчас разведем. Отгорнем снег. Нужно первым делом развести костер сейчас. Может, сейчас какое-то бревно возьмем. Они сухие. Чтоб согреть ноги, чтобы не отморозить. Так как в ботинках я вот ощущаю воду. И начинает быть все холоднее и холоднее. Так, нужно быстро разводить костер, Бобка. Да. Ах, блин, это надо провалиться было. Понятно, там речку подморозило, берега. А там ручей. И я, короче, по нему. Все нужно делать быстро. Да, провалился я, Бобка. Мокрый. Фу, развел костер. Время заняло. Так, хорошо, что у меня есть спальник. Нужно ноги быстро в тепло раздеваться. Так. Он расстебывается. Так, сейчас быстро в спальник. Блин, посмотрите. Мороз хороший. Минус 10-15 где-то. Шнурки замерзли. Вот это реально уже экстремальное выживание. О! Я в носках. И такие термоноски. Вот, посмотрите. Сколько воды. Нам нужно будет их высушить. О! Ноги замерзают. Штаны уже замерзли. Фу. В ботинках я вот таких вот зимних, а не под спортивный такой вот стиль. А то кто-то думает, что я в кроссовках бегаю, пишут. Ну, нужно же к чему-то всегда придираться. А, жесть просто. Вот это я попал. Фу. Хорошо, что у меня подготовка есть какая-то в выживаниях. Я часто выхожу, выживаю. А так, если попадают такие ситуации, проваливается в речку, в мороз. Простой человек, все, он отморозит ноги. Он не сумеет согреться и умрет. У меня еще здесь подстанники. Блин.
Ну, может, сейчас вот разведем костерчик, согреем ноги, подсушим ботинки, носки, и все обойдется. Все, все, надо главное согреть ноги, чтобы в тепле были. Так. О, ножки тепленько. Это хорошо. Бобби постелил шкуру, так как он тоже замерз ноги. О, блин, а здесь опасно. А здесь волки, говорят. Я вот общался, то говорят, с Румынии зашли волки. Одного убили, а два убежало. Опасно. Тем более зимой, голодные, блин. Первым делом это костер. Бобка, ты как там? Не замерз? Бобка, молодец, красава. Не замерз? Иди возле костра. Фу, будем греться, ребята. Фу, блин. Чуть не получил отморожение ног, конечно. Но спас спальник, что я быстро все снял. Сейчас Боба там греется, так как он также замерз. Кинул палку. Сейчас вот подсушатся носки. Ботинки, конечно, еще влажные. Ну, они постояли возле костра, и такие тепленькие сейчас я одел. А вот с моих таких вот бревен, они вот трухлявые, сухие, будем поддерживать костер. Вот была перегородка сверху, я кинул, так как у меня было немножко дров для распала. Фу, блин, экстремальное, блин, выживание. Еще не попадал в такие, блин, ситуации. О, какое трухлявое бревно. А мы сейчас подсохнем и пойдем нарубим какие-то это ветки с елки, постелим и сделаем такое вот укрытие небольшое. Я мог, конечно, уже сдаться и поехать домой подсушиться. Но я решил продолжить мое выживание 24 часа. Сейчас сделаем чаек. Взял вот кружку, растапливаем снежок. Заварим, горяченькое попьем, чтобы не простыть, не заболеть. Пока сушится, мы пойдем нарубаем каких-то веток с елки. И чтобы сделать какое-то укрытие, шалаш, пока вот Боба спит, отдыхает. Здесь ему тепленько, также согреется. Фу, ну что ж, пошли. Подсушил чуть-чуть ботинки. Жаль, блин, это пропалил, блин. Хорошие ботинки, блин. Жалко. Ну, а то все такое. Сейчас они тепленькие, такие я побыли возле костра, то решил перейти нарубить каких-то веток, блин. Фу. Пошел одел перчатки, так как, блин, мороз, и руки быстро замерзают. Но эти ветки зимой хорошо ломать, так как мороз. Бабка. И дерево сухое. О! Сейчас наломаем много, сделаем такую вот. Иди сюда, Боб, иди сюда. Нельзя, ко мне, ко мне. О. Есть. Да, ломается легко. Сейчас наломаем. И быстро до костра, блин. Так, ботинки влажные и замерзают быстро ноги опять. Наломали немножко. Пойдем сейчас занесем. Фу, пошли. О, сухая ветка. Пойдет.
надо брать. Все, пошли. Сейчас пожарим нашу форель, пока будет жариться. Мы сделаем наш шалаш. Блин, и мороз хороший эти дни взял. Чешую не чистим, так как она хорошо прожаривается, а потом мы просто ее снимаем, как блинка. Огня нету, жар здесь такой вот хороший. Все, а мы пошли строить наш шалаш. Так, темнеет, нужно поторопиться. Наш шалаш готов. Можно еще снегом взять, чтобы было уютно, не так холодно. Все, восстановили мой шалаш такой. Также получился неплохо. Накидал вот веток елок, присыпал снегом. Укинул на низ шкуру. Все, и у меня есть спальник, залетим в спальник. И я думаю, будет нам тепло здесь. Фу, просто отлично. Жарится наша форелька. Сейчас перекусим и будем отдыхать. Фу, как-то здесь так по-настоящему атмосферно. Такая природа вокруг тебя. Спихлась наша форелька. Блин, аж с палки слазит. Бобка, Бобка, иди сюда, на-на-на. На тебе форельку. На. А, проголодался. Тихо-тихо. На тебе половину. На-на, да, молодец. А там мне Боба, я тоже проголодался. Хочу форель. А. Какая вкуснятина. Вова, это тебе, а это мне. На. Поджарилась, пока мы делали наш шалаш, то поджарил форельку. И очень вкусная. Реально очень вкусная. Постелил спальник. Будем ночевать. Ну, а главное, что сумел согреться. Подсушить доски, одел как-то более-менее. Ну, а ботинки сейчас снимем, конечно. И залезем в спальник, и я думаю, будет тепленько, все окей. Так что будем ждать утра. Я думаю, переночуем. Будет все нормально. Фу, пошли. Как тебя вымотало. Пошли спать. Ребята, ребята. О, блин, как стрёмно. Но заради вас я хочу, блин... показать волка, может удастся, так как они вот бегают где-то здесь и воют, и Боба слышит, блин, что потом никто ничего не писал, что типа опять там типа придумал или еще что-то. Тихо, 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 блин, как стрёмно. Вот это я зашел. Здесь, блин, реально могут, блин, загрызть тебя эти волки. Тихо. Тихо-тихо. Блин, как здесь страшно. В таком лесу здесь могут быть, блин, не только волки. Медведи, надеюсь, спят. Вот его берлога может быть, этого медведя, блин. Валим отсюда. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Где-то волки подошли. О! Волк, блин! Убегаем, Боба! Чё-чё! Ко мне, ко мне! Пошли, пошли! Боба! Волки! Тихо-тихо! Волки! Волки подошли! Тихо-тихо! Тихо-тихо! Боба, Боба! Тихо! Боба! Боба, молодец, я сам убегаем! Всем доброе утро! Прошла ночь. Но в спальнике, конечно, было тепло, в лицо очень холодно. Мороз был очень сильный.
Наконец-то посветлело, будем собираться идти домой. Фу, сумел я все-таки продержаться 24 часа зимой в горах в Карпатах. И это нереальное впечатление, незабываемое. О, снег сыпется. Но мы будем уже вставать и собираться домой. А кому понравилось, пиши, конечно, ставь лайк. Всем пока.